Все началось в тот момент, когда в поезде я познакомился с женщиной. Фрэнк! Поехали! Действительно красивый отель. Будь как дома. Все, берем его. Два амбала пытаются сломать дверь в моем номере. Почему меня хотят убить? Александр Пирс. Этот человек находится в розыске в 14 странах. Они думают, что ты — это он. Ты был частью плана. Поэтому она его и выбрала. Чтобы отвлечь нас. Прости, что я тебя в это втянула. А тебя кто втянул? Вы хотите заявить об убийстве? О покушении? Это несерьезно. Несерьезно, если ждешь убийства. А если ждешь ужин в номер, даже очень серьезно. Элис!